Экстремальный вызов. Логин Кин. Корпорация Сеть Силы. 60-е. Мухаммед Али. 70-е. Брюс Ли. 80-е. Братья Грейс. 90-е. Майк Тайсон. Сильнейшие бойцы своего времени. Y2K представляет. Хочешь быть одним из них? Ultimate Challenge. Загрузка. Джин Фэнг. Добро пожаловать на пресс-конференцию Y2K, представляющую чемпионат по боевым искусствам «Экстремальный вызов», организованный интернет-корпорацией «Сеть Силы». Представляю вам нашего исполнительного директора, госпожу Карен Ли. Она ответит на ваши вопросы. Спасибо. Добрый день. Я отвечу на ваши вопросы. Мы начнем с этой дамы, Донна из «Нью-Йорк Спорт». Что делает ваше шоу таким особенным? Шоу «Сеть Силы» — первое в своем роде, транслируемое через сеть интернет по всему миру. Его цель — собрать мастеров боевых искусств со всего мира для встречи на турнире. Используя современные технологии, мы обновим традиции, прославим и популяризуем боевые искусства, прославим здоровый образ жизни и спортивный дух. Следующий вопрос. Да. CNA, Джошуа, это мероприятие финансируется Чем Корпорейшн. Это правда? Верно. Кроме того, с победителем турнира будет подписан контракт от имени международной корпорации Чем Корпорейшн. Следующий вопрос. Во сколько оценивается победа в этом турнире? Победитель получит $5 миллионов. Кроме денежных призов, первые три места и все финалисты получат ценные подарки на сумму $30,000. Интернет-пользователи смогут участвовать в игре «Кто чемпион?». Позже мы ответим на остальные вопросы. Позвольте представить вам наших шестерых участников. Обратите внимание, лучшие качества бойца в любых боевых искусствах – это скорость, внимание и мощь. С мощью ног не сравнятся ни одни руки. Ты называешь это ударом? Вот что я называю ударом. Вот это я называю силой удара. Я покажу тебе настоящую борьбу. И это вы называете мощью? Я покажу тебе настоящую мощь. Успокойтесь, пожалуйста. Думаю, у представителей прессы есть вопросы к каждому из вас. У меня вопрос. Да. Господин Джин, вы правда верите, что сможете победить? Боевые искусства — это не спектакль. Когда эти клоуны проиграют, то их с удовольствием возьмут на работу в цирк. Что он сказал? Сопляк. Простите. Помогите. Да. У меня есть очень важный вопрос. Могут ли девушки участвовать в чемпионате?
Да, конечно, мы рады и мужчинам, и женщинам, которые считают, что смогут соревноваться. Так что я смогу зарегистрироваться. Конечно, сообщите нашему представителю свои данные. Да? Ух ты! И что, любая женщина может сражаться в чемпионате? Нет, насколько я знаю. Большинство профессионалов уже давно задействованы в разных шоу. Когда мужчины смотрят женские бои, то их не интересуют боевые качества, им интересны их формы тела. Я китаянка, живущая в Америке. Мисс, какие у вас отношения с мастером Ван Тэем? Он мой отец. Другие участники гораздо сильнее вас. Позвольте встречный вопрос. Насколько важна привлекательность в боксе? Но вы же такая маленькая и слабая. Я делаю ставку на то, что очень многие бойцы будут думать именно так. Ваша семья не против вашего участия в чемпионате? Думаю, нет. Если я выиграю, то установлю нечто вроде рекорда. Правильно? Эй, женщина, прекращай заниматься ерундой. Иди домой и твори любовь, а не войну. Если ты решила сражаться, то я тебя разделаю. Наш Максвилл любит подраться с девочками. Если захочешь, мы тебя научим делать это правильно. Ты что себе возомнил? Введите свои контактные данные. Отправить. Форма успешно отправлена. Присаживайтесь. Вы уже видели дизайн этого года? Мне пока ничего не присылали. Почему? Им потребовалось больше времени для создания новой концепции. Логично. Мы сейчас живем в космическом веке. Я могу работать с новой концепцией. Кстати, вы уже видели мой новый контракт? Нет, его еще не прислали. Рынок сбыта пока еще не велик. И правила контракта могут быть немного... Карен, все эти годы вы были отличным консультантом. Я согласен с корректировкой расценок и рад, что меня оценивают по моим возможностям. Рада, что вы понимаете это. Я на вашей стороне. Вы заняты? Тогда я пойду. Пока. Привет, Николас. Привет, Карен. Не занята? У меня есть еще много дел. Собственно, вопрос о нашем последнем споре. Мы решили отказаться от Максвилда в качестве нашего консультанта. Наша продукция захватывает новые рынки в Европе и Америке. В этом году мы начали экспансию на рынки Азии и разыскиваем такого консультанта, который подойдет для новых обстоятельств. Не волнуйтесь, у меня уже есть люди на примете. Увидимся в день открытия. Я все оставляю в ваших заботливых руках. Благодарю вас. Звоните, если что. Войдите. Карен, все уже давно собрались. Отлично. Идем. Доброе утро, дамы и господа. Начнем. Что у вас есть для меня? На первой странице у нас будет размещаться план соревнований. На экране вы можете увидеть место проведения чемпионата. Справа вы видите центр управления. Attends, d'habitude, mon...
Господин Куан Кин, вы также принимаете участие? Да. Покажите нам ваши лучшие приемы. Я пришел сражаться, а не хвастаться. Если вам нужно шоу, тогда смотрите сюда. Прости, я не знал, что ты здесь. Конечно, ты, как и все репортеры, весьма шустрые. И знаешь все про всех. Я Тан Нин, знаю. Ты дочь мастера Тонга. Твой отец известный человек. Многие люди знают его. Все журналисты вспоминают его. Ты ошибаешься, я здесь не для этого. Внимание всем участникам, пройдите в отведенные вам места. Идем вместе. Я тоже прячусь от репортеров. Меня зовут Куан Кин. Ладно. Как мы начнем вовремя, если еще ничего не готово? Альфредо, я уже говорила, что мне не нравится эта вещь справа. Фрэнк, передвинь угол камеры дальше. Этот мне не нравится. Как дела у нашего отдела сбыта? Внимание всем! Я не хочу слышать о проблемах. Мисс Ли, прибыл господин Бергман. Мистер Бергман, господа заседатели, рады вас видеть. Николас, привет, Карен. У нас все готово к церемонии открытия. Начнем? Спасибо, начнем. Благодарю вас, давайте приступим. 10 секунд до начала. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добро пожаловать на мировой чемпионат по боевым искусствам. Представленный вам Champ International. Чтобы стать интернет-участником, заходите на powernetshow.com. Чтобы стать VIP-пользователем, регистрируйтесь на powernetshow.vip.com. Получайте внутреннюю информацию обо всех поединках. Завтра более 50 экспертов по боям примут участие в самом большом бое. Этот чемпионат будет транслироваться только через сеть интернет. Сегодня у вас последний шанс для регистрации. Заходите на powernetshow.com. Вы ищете общежитие? Мужское общежитие находится слева от вас. Видите знак справа? Оно должно быть прямо за углом. Можно посмотреть ваш ключ? Все верно. Вы правильно идете. Сверните налево и попадете туда. Просто следуйте за стрелкой. И как вы себе это представляете? Посмотрите на мои габариты и на мою кровать. Джин, наконец-то я тебя нашел. Почему ты не сказал мне, что участвуешь в шоу? Пойдем поговорим. Благодарю. Ты все еще зол на учителя? Почему ты так решил? Потому что он выбрал меня вместо тебя для чемпионата. Я знаю, что ты ненавидишь его. Учитель и я слишком хорошо тебя знаем. Твоя слабость тебе не идет. Ты же не остановишь меня из-за этого. Победа — это больше, чем хорошо владеть техникой. Успех зависит от твоей воли к победе. Учитель был прав. Раньше учитель решал вместо меня, но теперь я сам принимаю решение. Мы с учителем надеемся, что ты найдешь свой путь. Сегодня здесь много людей. Сколько из них останутся завтра?
Всего 16, большинство из них просто уйдут. Естественно, ты не будешь в числе большинства. Ты же лучше. Давай выпьем за нашу встречу. Ты до сих пор носишь часы, подаренные учителем. Когда он тебе их подарил, ты задал ему вопрос. Я до сих пор его помню. Серьезно? Ты спросил, зачем мне такая дорогая вещь? Учитель ответил, что эти часы отсчитывают время. Пока мы не сможем купить себе еще более дорогой подарок. Я всегда помню слова учителя. Когда я выиграл последнее соревнование, то сразу купил себе другие часы, как награду для себя и в признательность учителю. Мне пора отдыхать. Хорошо. Увидимся завтра. Не останавливайся. Продолжай. У нас все готово? Отлично. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2, 1, старт! Макс, да, показывай девочек слева. Не фокусируйся на больших парнях. Надо дать им время уравнять шансы, да не вопрос.
Ты сделал это! Все-все, я знаю, что вы все сегодня хорошо поработали, но у нас было несколько нестыковок. Это твоя вина, Роджер? Да, это вина Роджера. В любом случае, проблемы были мелкими. Совет директоров и я очень довольны. Я понимаю, что вы все очень взбудоражены, но давайте не будем расслабляться. У нас еще очень много работы. Благодарю вас всех. Ваше здоровье. За успех! Вот это мужик! Прямо перед нами! Ты опоздал! Видали этого кунг-фу парня? Забудь его! Он пришел сегодня последним! Можно присесть? Это тебе. В смысле, что это, извинение? Нет. Утром было соревнование. Я не могу проиграть. Правда? Тогда зачем это все? Это просто. Я думала, ты можешь стать моим другом. Действительно просто. Да. А я думал, ты хочешь извиниться. Но почему у тебя все так сложно? Ты была сегодня на высоте. Совсем не похоже, что ты сражалась в первый раз. И как ты догадался? Я же не слепой. Узнай своего врага, и ты уже практически победил. Да, очень информативно. Твой отец хороший боец. Стало быть, и ты не хуже его. Все эти разговоры про моего отца меня очень раздражают. Может, поговорим про меня? Куан Кин, что происходит? Мы вместе учились, это Джин Фэн. Вы учились у одного учителя, приятно познакомиться. Я Тан Мин. Ты сегодня был очень неплох, но тебе не хватает внимания. Сегодня была только разминка. Настоящая игра еще не начиналась. Будь осторожен в следующий раз. Ну, я, наверное, пойду. Не спеши, я провожу тебя. Нам пора. Спокойной ночи. Ты можешь не отвечать. Тебе неприятен Джин Фэн, да? Не совсем правильный вопрос. Просто у нас разные точки зрения. Тот умный человек снова заговорил. В каком смысле? В смысле твои слова. Ты постоянно оглядываешься, ты сказал, узнай своего врага, и ты уже практически выиграл. Если мы оба дойдем до финального боя, ты сможешь меня ударить? Кто знает, как все будет на самом деле. И опять ты говоришь и не говоришь ничего определенного. Идем. Бах! Ты убит! Заходите. Я тут играю со своим сыном. Давайте я вас познакомлю. Присаживайтесь. Вот сюда. Сынок, это мои новые друзья. Они будут сражаться со мной в чемпионате. Я Куан Кин. Я Нан Тин. А тебя как зовут? Я Рик. А мой папа Супермен. Вы ему проиграете. Рик, веди себя прилично. Здравствуйте, я Элис, жена Мэтью. Я видела вас в чемпионате. Вы сражались очень неплохо. Секунду. А как же я? Меня ты смогла рассмотреть?
Ну, конечно, твой самый большой поклонник очень громко хлопал и говорил своим друзьям: «Это мой папа, остановись, ты разрываешь мне мозг. Я не смогу выиграть, потому что моя голова взорвется. Это будет твоя вина». Ну-ка скажи, кто самый сильный мужик на Земле? Иан Максфилд. Точняк. Дай 5. А теперь пришло время дать папе отдохнуть. Пока, сынок, пока, дорогая. Пока. Какая счастливая семья. Ты заставляешь меня завидовать. Это одна из причин, из-за которой мне приходится тяжело работать. Экстремальный вызов. Всем внимание! Приготовились! Сейчас начнется отсчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ну давай же! Согласно данным вечернего онлайн-опроса, позиции самых популярных игроков остались те же, исключая Таннин, рейтинг которой вырос на 30%. Вы уже сделали предварительные пары? Да, Джозеф, выведи их на экран. Кто распределял эти пары? Они созданы на основе компьютерных вычислений, согласно силе бойцов, их агрессии и скорости. Фактически, каждая пара уже сбалансирована. Которая из них будет самой впечатляющей? Максвилл против Джин Фэнга. В плане зрелищ будет интересен поединок Таннин против Бормана. Это значит, что два оставшиеся боя будут иметь второстепенное значение. Я соглашусь, что борьба женщин более захватывающая. Я не собираюсь давать публике то, чего они хотят. Как теперь? Согласитесь, что так лучше. Даже лучшие компьютеры ничего не стоят без оператора. Господин Максвилд хочет поговорить с вами. Привет, Макс. Как дела?
Отлично. Я думаю, что у вас есть время поговорить со мной. О нашем контракте. Мы добрались до финальной восьмерки. Какие проблемы? Максфилд, мы уже давно работаем вместе. Поэтому я буду откровенной. Грядут большие перемены. Николас решил поменять свои взгляды. И он только что сказал об этом. Не имеет значения. Неправда. Если бы я знал об этом раньше, то не стал бы участвовать в чемпионате. Макс, ты же участник шоу. Это значит, что я еще чего-то стою. Я надеюсь, ты сможешь понять их новые взгляды. Они собираются открывать новые рынки в Азии. Они хотят нового советника. Эти свежие лица свежи, пока не проиграют мне. Иначе совсем не важно, какие они будут свежие. Перестань, это же бизнес. Они в любом случае продолжат с чемпионом или без него. Не будь упрямым ослом. Я постараюсь изо всех сил отстоять тебя. Приветик. Привет. Ты еще не спишь? Не могу уснуть, потому что мне очень скучно. Посмотри, они все еще тренируются. А ты выглядишь самоуверенной. Победа или поражение, это не имеет значения. Я хочу проверить себя, свои шансы. И это все, чего ты хочешь? Если мне сильно повезет, и я выиграю, что тогда? Тогда я открою кунг-фу академию. Нет, целый ряд кунг-фу академий. Целый ряд? Типа как рестораны быстрого питания? На каждом материке этого мира. Разве это не достойная цель? Может, расскажешь что-нибудь о себе? Ну, например... Например, о тебе и Джин Фэнге. Вы же недолюбливаете друг друга. Как ты догадалась? Благодаря женской интуиции. Да, мы росли вместе и изучали боевые искусства, тоже вместе. Несмотря на то, что у нас разные взгляды, мы не являемся врагами. Учитель знает, что я сражаюсь лучше его, но он не разрешил мне участвовать в чемпионате. Он решил, что поедет Джин Фэн, и когда Джин выиграл соревнования, то стал относиться ко мне, будто стал мастером. Я уважаю Фэнга, но он выиграл лишь потому, что я не участвовал в соревновании. Не потому, что он самый лучший. Так вот почему ты приехал сюда. Ты решил забрать у него победу, да? Каждый, кто участвует в соревновании, имеет одну цель – победить. Я буду счастлива, даже если займу второе место. Для меня второе место ничем не отличается от последнего. Я не согласна с этим, но я уважаю твое мнение. Звезды сегодня ночью горят особенно ярко. Когда я была маленькой, то всегда спрашивала себя, эти звезды будут больше, если подняться на вершину Гималай. Отличная идея. Если ты проиграешь, то всегда сможешь стать чемпионкой по альпинизму. А почему нет? Ты не узнаешь, пока не попробуешь. Благодарю вас. Ну что ж, теперь вам известна финальная восьмерка. Что о ней скажете? Все очень просто. Вы нацелились на азиатский рынок. Половина финалистов – азиаты. Тан Нин – женщина, которая подогревает интерес к шоу. В любом случае, вам нужен советник. Сам Чай Чотикун – таиландец. Хотя Таиланд и не маленький рынок, я бы сделала ставку на китайцев. Из Китая у нас Куан Кин и Джин Фэнг. Они наиболее популярны среди фанатов. Именно этот результат я предсказывала. Надежда Азии – самые сильные на Земле. Это делает их восприятие более естественным. Ну тогда, ваше здоровье. 1/4 финала. Джин Фэнг против Бормана.
Старт! Победитель! 1/4 финала. Максвилл против Такеши Шинкен. Давай! Ну давай же! Поднимайся! Одна четвертая финала. Таннин против Барвик.
Хуан Кин против Сам Чай. Девять, восемь, семь. Чего изволите выпить? Пока ничего. Три, два, один. Вставай! Вставай же! Мы победили! Что с тобой не так? Как ты мог позволить Сам Чаю победить себя? Почему ты такой идиот? Ты сильнее его и быстрее, и ты должен был победить. Тебе не хватает воли к победе. Учитель всегда переживал за тебя. То, что мы должны помогать другим, это правильно, но не в том случае, когда сражаемся. Помимо навыков в боевых искусствах, самооценка тоже имеет большое значение. Иначе ты просто хороший боец. Но ведь цель соревнований – победа. Ты считаешь, я должен был дать ему погибнуть? Если кто-то выигрывает, то должны быть и проигравшие. Нет победителя без проигравшего. Кин, я всегда хотел сражаться с тобой в финале. Я смог бы показать тебе твою слабость. В любом случае, я не могу показать чувство жалости. Все зависит от того, с какой стороны на это посмотреть. Только не лги самому себе. Каждый участник думает, что между вторым и последним нет никакой разницы. Иначе ты неудачник и пытаешься скрыть свою вину. И ты такой упрямый. Мне больше нечего сказать. Для меня эти часы были поддержкой. Возьми их, как поощрение от меня. Мак, лук. Мак, лук.
В этот раз ты был молодцом. Постарайся быть жестче в следующий раз. Господин Куан, спасибо вам за этот шанс. Не нужно благодарности. Ему от этого легче не станет. Я сам решаю, проиграть мне или выиграть. Продолжай сражаться, приятель. Господин Куан, ваши часы. Отдайте их вашему сыну. Это слишком дорогой подарок. Нет разницы, дорого это или нет. Главное, чтобы они не стояли. Удачи! Привет. Я даже не знаю, что сказать. Все нормально? Все думали, что ты должен был победить. Тебе не нужно было его щадить. Если ты не погружалась в себя, то ты этого не поймешь. Давным-давно, когда я был маленьким, моим противником был Джан. Он был гораздо выше меня. Чтобы победить, я был очень жестким. Я выиграл, но он потерял правый глаз. Это был несчастный случай. Большинство единоборств приводят к травмам. В этом есть смысл. Если ты один из тех, кто создает этот несчастный случай. Перед поединком я думал только о победе. Но после травмы я считаю, что лучше бы этого поединка не было. Не нужна гибель человека только для того, чтобы выиграть. Что случилось? Вызывайте скорую. Возможно, учитель был прав. Если я не смогу преодолеть чувство вины, то мне лучше вообще не сражаться. В этот раз я хотел доказать мастеру, что он ошибался насчет меня, потому что я могу преодолеть свое чувство вины, но я проиграл. Ни за что не поверю, что Куан Кин смог проиграть Самчаю, но реакция зрителей огромная, каждый считает его героем. Забудь о нем, он проигравший. Кто там у нас остался? У нас остались Максфилд, Джин Фэнг, Тан Нин и Самчай Чотикун. Компьютер распределил пары так: Чотикун против Тан Нин, а Джин Фэнг против Максфилда. Измените, Джин Фэнг против Чотикун, Максфилд против Тан Нин. Джин Фэнг молод, Максфилд очень опытен. Теперь это будет фарс. Вы неправильно мыслите. Если Тан Нин победит Чотикуна, то Джин выиграет у Максфилда. Тогда в финальном бое будет Фэнг против Тан Нин. Теперь скажите, что интересного в том, если чемпион победит женщину? Теперь понятно. Тогда сделайте это. Контракты готовы? Да, вот они. Сюрприз, у меня хорошие новости. Согласно онлайн-голосованию, вы являетесь самым популярным бойцом. Серьезно? Вы не забыли, что нас нужно пригласить внутрь? Простите, прошу вас, проходите. Джин Фэнг, вы сражаетесь очень неплохо. У вас есть шансы стать чемпионом. Контракт советника практически ваш. Я не знаю, связаны ли вы контрактом. Я знаю, о чем гласят правила. Все в порядке. Все, что вам нужно сделать, это всего лишь заполнить анкету. Это мой хороший друг и партнер, Мартин. Спасибо, я Карен Ли. Вы можете поздравить Фэнга и... Это то, что вы хотели мне сказать?
Возможно, я смогу вам объяснить. Я представляю Лигу легкой атлетики, и мы разговаривали о совместном участии. Вам следует повторно прочитать договор. Когда вы подписывали соглашение, вы соглашались с настоящими правилами. Вы наверняка неверно меня поняли. Я не являюсь агентом господина Дина. Перед участием Фэнга в чемпионате он снялся в фильме о спорте. Мы выкупили права на этот фильм. Согласно нашему юридическому отделу, это не входит в конфликт интересов. Только судьи, но не вы, может решать, что входит в конфликт интересов. Конечно, я думаю, что вы согласны с тем, что исковое заявление не пойдет нам на пользу. Неверно. Лига легкой атлетики – большая корпорация, но Champ International тоже не маленькая. Если вы, парни, хотите проиграть, мы готовы сразиться. Это все, что я хотела сказать. Остальное зависит от вас. Вы знакомы с правилами о посетителях? Проверь, заполнил ли господин Мартин соответствующие формы. Выполнять. Ну что ж, опубликовать результаты жеребьевки. Всем остановиться. Прекратить все действия. Я не позволю ему разрушить мое шоу. Действуем по новому графику. Может, мы дисквалифицируем его? На каком основании? Кроме того, это будет на первых страницах. И это не поднимет нашу репутацию. Дайте мне файлы на семью Чотикун. На Чотикун? Да, на всех них. Выполнять. Я извлек его записи. Дата регистрации 14 марта 2000 года, 10 часов 5 минут. Он зарегистрировал свою почту в день 18-летия. Стоп, откуда сервер его электронной почты? Бангкок, Таиланд. Дисквалифицируем его. Но почему? Он соврал насчет возраста. Он не врал. В тот день ему исполнилось 18 лет. Вот именно, в этом вся и проблема. Время в Таиланде идет на 13 часов раньше. Значит, в тот момент ему еще не было 18. Очень плохо. Его регистрация недействительна. Мы не будем выдвигать обвинения, но участвовать дальше он не сможет. Но как же его призовые деньги? Дайте ему обычные 30% и отсылайте его назад в Таиланд. Мы заменим его. Заменим нашим популярным парнем. Хуан Кином? Даже если он согласится, то сможет ли он драться с Джин Фэнгом? Если бы я была в Лиге Атлетики, я бы выбрала бойца, занявшего второе место, чем чемпиона, который сможет избить женщину. Мне бы пришлось потратить много денег, чтобы очистить его имидж. Простите, но я не хочу продолжать. О чем ты говоришь? Но почему нет? Я же проиграл поединок. Вы выгнали Чотикуна несправедливо. Стоп. Во-первых, сам Чай соврал насчет своего возраста. Он был моложе 18 в момент регистрации. Пускай даже он выиграл, но полный контракт не будет с ним подписан. Мы получили множество электронных писем, осуждающих победу Чотикуна. Пользователи считают, что победа должна быть присуждена вам. У меня не было выбора, и мне пришлось заменить его на вас. Спасибо за ваше коммерческое решение. Но я профессиональный спортсмен. И не ваш бренд, либо инструмент. Ошибаетесь, каждый из нас является брендом, либо инструментом. Просто у каждого разное назначение. Меня интересует всего лишь сотрудничество. Если же вы называете это манипуляцией, тогда пускай это будет моя эксплуатация. Она права. Ты можешь использовать этот шанс, чтобы испытать себя. Прости, но я не хочу больше говорить об этом. Хуан Кин, я не понимаю тебя. Тебе только что выпала уникальная возможность. Посмотри на меня, я не смогу победить Джина Фэнга. Но я сказала себе, 10 минут. И если я продержусь 10 минут, тогда он проиграет. Это невозможно.
Ты не продержишься против него и минуты. Прекрасно, именно это я тебе и доказываю. Если эта победа не для меня, так тому и быть. Возможно, я еще не созрела, чтобы стать чемпионом. Может, ты останешься и посмотришь на мой поединок? Ты сможешь сам выбросить полотенце, если я буду в этом нуждаться. Хорошо? Куан Кин, если вы сомневаетесь в моей искренности, то я ничем не могу оправдаться. Но если вы сомневаетесь в своих силах, то мне не удастся вас убедить. В интернете был утвержден новый состав финала. Все зависит от вас. Всего доброго! Я тобой просто восхищен. Ты знаешь, что должна проиграть, но не теряешь своего лица. Я думаю, ты уже победила, проиграв красиво. Красиво даже для тебя? Всего хорошего. Счастливо. Сам чай. Сынок, это будет ему хорошей поддержкой. В каком смысле? Может, ему не нравятся боевые искусства. Например, как мне. Мой отец случайно получил работу в боксерском зале. Я вырос в зале и знаю о боксе все. Моя мечта была стать врачом. Но чтобы выжить без образования, ты должен полагаться на основной инстинкт. Смешно, да. Я хотел быть доктором, чтобы спасать жизни. А теперь моя жизнь заключается в том, что я их ломаю. Но ты достиг таких высот. То, чего я достиг, и то, чего я хочу, это большая разница. Я потерял много времени, а у него еще есть время для того, чтобы он смог сделать выбор. Мне не интересно, почему ты участвуешь в чемпионате, но не теряй шанс, чтобы успеть сделать свой выбор. Я с нетерпением жду нашей встречи в ринге. Вы для меня слишком серьезные. Я лучше пойду отдохну. У тебя есть время на разговор? Насчет Кина? Да. Я постараюсь быть как можно откровеннее. Тебе не кажется, что здесь есть загадка? Думаю, Кин знает, чего хочет. Просто представь себе. Я продюсер шоу. И хочу знать, в чем здесь проблема. Надеюсь, ты сможешь его убедить участвовать в шоу. Как ты считаешь? Я сомневаюсь, что вы думаете о Кине. Скорее, вы больше заботитесь о шоу. Хорошему шоу нужны хорошие люди, и наоборот. Это справедливо, верно? Он пытается убедить себя, что не виноват в том, что произошло в его прошлом. Я пыталась его переубедить, но не смогла. Может, расскажешь мне об этом? Возможно. Я смогла бы помочь? Nope. Нет. Okay. Хорошо. Я не хочу тебя заставлять. Спасибо, что поговорила со мной. Пока. Оператор, найдите мне всю известную информацию о Кине. Найдите срочно, прямо сейчас. Thank you.
Таннин, будь осторожна. Я не собираюсь умирать. Дай мне знать, когда я продержусь 10 минут. Как думаете, минуты три она продержится? Уверен, что она сможет это. Дай мне свежие результаты голосования. Секунду. 6, 5, 4, 3, 2. Напиток, пожалуйста. Десять минут. Приготовьте карету скорой помощи. Остановитесь. Он под контролем. Сдавайся. Десять минут. Я справилась? Да. Центр, центр, нам срочно нужна медицинская помощь.
Приветик. Как ты? Нужно отдохнуть. Все будет в порядке. Не волнуйся. О чем задумался? Я размышлял о том, что ты сделала. Тебе не кажется, что тебя использовали? Нужно быть ценностью, чтобы быть использованным. Мы все инструменты. Многие люди манипулируют тобой в зависимости от твоей степени полезности. Значит, ты признаешь, что ты инструмент. Каждый является инструментом в зависимости от ситуации. Ты можешь быть либо гвоздем, либо молотком. После этого испытания я уже знаю, что не смогу организовать сеть школ кунг-фу. Использовала ли я Карен как свой инструмент для гибели своей мечты? Даже если и так, у меня все равно есть выбор, быть гвоздем или быть молотком. И твой выбор, лучше я буду молотком. По крайней мере, я буду ведущим. Самый мощный молоток бесполезен без гвоздей. Стоит ли оно того? Но почему ты не можешь думать по-другому? Даже гвоздь не может быть полезен без помощи молотка. И мы нужны друг другу для достижения нашей цели, правильно? Привет, как дела? Я в норме. Кин, друзья хотят пообщаться с тобой. Альфредо, соедини нас. Ты еще помнишь меня? Я Джан. Карен рассказала мне о том, что произошло. Я хочу поговорить с тобой. Возможно, тебе это поможет. Я вообще-то без понятия, о чем говорить. То, что случилось в прошлом, очень сильно повлияло на меня. Но я хочу, чтобы ты знал. У меня есть свой собственный магазин, большая семья, и я хочу открыть целую сеть магазинов. Забудь о том, что было в прошлом. Не нужно терять свой собственный шанс. Надеюсь увидеть тебя в соревнованиях. Ну и после всего поговорим. Я и об этом не рассказывала. Ты можешь злиться на меня. Но я надеюсь, что ты сможешь простить себя. Вы можете больше ничего не говорить. Я согласен на участие. Но при одном условии. Нет проблем, мы можем начать переговоры. Если я займу первое место, вы удвоите сумму выигрыша. Если это единственная проблема, я думаю, что мы примем положительное решение. Я попрошу подготовить контракт. Теперь тебе нужно отдохнуть. Спасибо. А ты быстро учишься? Я хочу быть ценным молотком. И очень агрессивным. Смог ли Джан переубедить тебя? Или ты сам принял верное решение? Твоя активность помогла мне, а твое мужество заставило меня чувствовать себя виноватым. Начали!
Молодец! Я понимаю твое неудовольствие и благодарю тебя, что не опозорил меня при всех. Я сделал это не для вас. Я не могу видеть этих людей. Кем вы себя возомнили? Дирижером игры, который решает, кто выиграет, а кто проиграет? Прошу прощения, что не предупредила заранее. Но ты должен меня понять. Для тебя, возможно, это испытание, но для меня это просто шоу. После этого я просто ненавижу себя. Отвращение — это просто чувство. Для всех людей это не является проблемой. Почему ты просто не забудешь о чувствах? Победа сама по себе уже достаточное чувство. Я не обвиняю вас, я просто не понимаю. Почему Макс так поступил? Не применяй свои стандарты для всего мира. Каждый из нас живет в мире, в котором у нас иногда не бывает выбора. Максвилл сможет тебе ответить на этот вопрос. Проходи. Ну давай же. Я реально тебе завидую. Как ты можешь вести себя так, будто ничего не произошло? Я всегда уважал тебя. Ты мегабоец, мечта всех боксеров. Я даже представить себе не мог, что ты сможешь продаться. Я видел все твои бои. Может, они тоже все куплены? Заткнись. Я выиграл каждый чемпионат потом и кровью. И не смей оскорблять меня. Кто кого оскорбляет? Ты один из тех, который заслуживал уважения. Для меня проиграть тебя было честью. По крайней мере, я бы выразил тебе свое уважение. Кин, знаешь, очень трудно стать боксером, который выигрывает. Но еще сложнее быть боксером, который должен проиграть. Когда я был в твоем возрасте, то мечтал о том, что буду на вершине бокса. Но теперь моей вершиной является моя семья. Каждый раз, когда я выигрываю, то волнуюсь, а вдруг в следующий раз я проиграю. Мне уже 41 год. Я просто жду свое время, хорошего противника и условия ухода на пенсию. Мечты со временем меняются, парень. А жизнь просто проходит мимо. Ты можешь остаться, но не кричи на меня перед моим сыном. Привет, привет, пап. Привет, дорогой. Вы разочарованы? Максвилл, не нужно говорить так. Когда я выходила за тебя замуж, ты не был чемпионом. И к сегодняшнему дню я тоже готовилась. Все эти годы меня не интересовал результат. Никто не может быть вечным чемпионом, и я очень горжусь тобой. Только благодаря твоей поддержке. Меня не интересует мнение других обо мне. И теперь борьба за лидера ничего для меня не значит. Всю свою жизнь я посвятил своей карьере. Но ты не обращала на это внимания и помогала мне во всем. Я понимаю, что это было несправедливо для вас. И с этого момента я буду мужем-чемпионом и папой-чемпионом. Папа, я расскажу в школе, что мой отец не может быть сейчас чемпионом, но он может быть папой-чемпионом. И ты будешь прав.
Максвелл – один из самых знаменитых боксеров за всю историю бокса, но он выбыл. И это доказывает, что победа не может быть вечной. А ты снова не решишь передумать? Я здесь нахожусь не для кого-то, а ради себя, доказать, что я смогу это сделать. Экстремальный вызов. 1 минута до начала представления. Карен! Карен, спасибо, что зашли. Откройте нам досье чемпиона. Я хотел, чтобы вы знали, мы готовы сотрудничать. Мы можем поговорить об этом через минуту. Мы оба можем использовать Коан Кина в пределах наших соглашений. В этом шоу действуют только мои правила. У вас большие надежды на Коан Кина, но надежда не стопроцентная, примерно такая же, как у вас в Джин Фэнге. Если бы я не была так уверена, то пригласила бы вас давным-давно. Никто не может знать результат поединка. Серьезно? Может, заключим пари? На что? Всего лишь на доллар. Хорошо, но только между мной и вами. Принято. Простите, сюда нельзя.
Благодарю всех за выполненную работу, а теперь время всем расходиться по домам и радоваться нашей новой премии. Хорошо, давайте успокоимся. Нам еще очень много нужно сделать. Например, как оформить чемпиона, который смог избить женщину? Ваш выигрыш. Здравствуйте, господин Лоуренс. Простите. Конечно, мы можем поговорить. Я очень довольна результатом. Вы заинтересованы? Отлично. Тогда я начну прямо сейчас. Не беспокойтесь, я гарантирую, что каждое шоу будет абсолютно разным. Перевод фильма осуществлен на сайте notabenoit.com. Озвучивание Виктор Береговых.